Приветище! Мы находимся в Академии Жуков. Ну, если говорить простым языком, для людей есть университет, для мух, именно мухой мы сейчас играем, есть академия, где они учатся. Ну, в данный момент, посмотри на эту муху, по-моему, она пьяная. Ну, в общем, короче, чем мы здесь занимаемся? Мы учимся пакостить, гадить, в общем, насаждать людям. Ну и не только. Решать различные головоломки и вообще бездельничать. Полетели. Не, ну муха, ты посмотри на нее, она просто... Она даже сама не хочет лететь, мне приходится постоянно ее направлять. Она об стенку бьется, вот. Ну ладно, шучу, об стенку это я ее долблю. Так, значит, смотри. Первое задание. Нам нужно взять вот этот кубик. Надо присосать его своим хоботком. Нифига себе, я не знал, что у мух такой мощный хоботок. Попытаемся присосать этот куб. Так, как это только сделать? Моя пьяная муха не хочет это делать. Ты посмотри только на лицо этой мухи. Ей реально по кайфу то, что она катается башкой по этому кубу. Короче, хватаем этот кубик. Ты, кстати, посмотри, она нифига не хоботком присосала его. Это что за халтура? Так, тихо. Главное не зашибить себя этим кубом. Полетели. Ядрен батон. Вот теперь я понимаю, почему у этой мухи выпученные глаза. Вот это сальтуха. Так, ставим. Ставим. Отлично. По-моему... О, черт подери. Кубом прошелся по своей лысине. Все, я пошел отсюда. Так, как меня унесло-то. Разогнал слишком быстро. Так, что дальше? Просто поднять этот куб. Ладно, попробуем. А, погоди. Нам просто нужно сделать спринт. Вообще без проблем. Смотри, как я умею. Вот так вот. Опа! Что-то это на спринт не похоже. Или мне показалось. Давай-ка еще раз попробуем. Да не, это разве спринт? Это дохлая муха какая-то просто вверх летит. Где спринт-то? А, надо быстро нажимать вот эту пиццу. Когда ты быстро нажимаешь, он спринтует. Все, теперь ясно. Все понятно. Так, ладно, хватаем, короче, этот кубик. Да, хватаем, посмотрим, как у нас получится это делать со спринтом. Давай. Опа! И кидаем его. О! И сам об стенку убился. Но зато живенький. А, все-таки кубик поднять надо, смотри-ка. Ладно, сейчас вообще без Б его поднимем. Давай, пучеглазка. Ну, бухель-мухель. Оба, точно, я буду звать его. Черт подери, меня придавило. Короче, я буду звать тебя бухель-мухель. Пойдем, полетели. Так, а там что? Братва спит. Рой может поднять намного больше, чем одно насекомое. Ну что, пойдем разбудим братву. Братишки, пойдем-ка поможете мне. Ништяк, нас уже четверо. Вчетвером-то веселее намного. Так, значит, давайте, ребят, помогайте мне, присасывайтесь. Так, поднимаем это все. Ты посмотри, как они навеселе. Просто чума. Давайте сальтуху, нифига себе, вот это мы мощные. Ладно, хорош, тихо, братуха, не придавитесь. Мне не надо, чтобы вас куб раздавил. Значит, что, здесь мухи спят. Спят они потому, что мне нужна одна муха. Хорошо. Усыпляем всех, а один братиш летит со мной. Вот засранец, всех разбудил. Все, я валю отсюда. Отлично. Ништяк, мы снова в одиночестве. Ну чё, я крутой. Обучение. Я его, короче, провалил. Ну и пофигу, я ж муха. Я ж жучара, бухаль-мухаль. Короче, давай на рычажок нажмем и свалим отсюда. А, подожди, если я нажму на рычажок, это мы заново пройдем то обучение. Но это неинтересно, это скучно, мы уже там побывали, так что пойдем в следующий миссион. Так, нет, так не получается нажать, надо присосаться. Присосались. О, теперь все по делу пошло. Ну чё кого? Сейчас я здесь 5 звезд получу. А, максимум 3, ну ладно. Подожди, мухи класса 1. А, это урок. Чё-то я не въехал. Чё мы просто тут летаем? А, во! Урок 1 из 2. Кажется, нам сюда. Блин, ну ты посмотри на этого милашного мухоля-бухоля. Он просто так чешется, как медведь об эту капсулу. Я не знаю, это капсула или что это? Ну, пластиковая фигня, короче. Вот он чешется, катается так по ней. Просто кайфует. В общем, все, хорош. Идем на урок номер 2. Number 2. Влетаем, всасываемся. Ага. Коровы. Все коровы разбежались. Восстановите забор и приведите коров обратно на ферму. Вот это дела. Я что, теперь фермер, что ли? Я думал, мы будем гадить, пакостить. Это что за...
обкуренные грибочки там. Ты посмотри на эти грибы, они поют! У них зубы и глаза есть! Берем, значит, корову. Вот так вот. И... Фига себе, она жирная, тяжелая, я ее поднять не могу. Надо побольше, браток. Эй, Бухаль, просыпайся. Пошли со мной. Здесь стиралка. Стиралка нам пока, в принципе, не нужна. Нам бы еще... Мухали. Мухали-бухали. Где же вас носит так? А, вон там, смотри. Вон там, под мостом дрыхнет. Так, мост разберем нафиг. К чертям этот мост не нужен. Братиш, просыпайся, есть работа. Сюда можем влететь? Можем. О, в хате находимся. Прикольно. Где бы тут поднасрать? Еды нет, значит, негде. Так, где бы еще братух найти? Братишки! Может, в квартирке в этой? Меня здесь нет. Вон он дрыхнет. Засранец. Пойдем его разбудим. А ему... А, еще его тут на трубе дрыхнул. Теперь на шестеро. Наши силы ушестерились. Поэтому приступим к важной миссии. Нас все-таки позвали сюда таскать коров. Где коровы? Коровы здесь. Жалко двух за раз не утащить. Погнали! Посмотри на этих коров. Божечки, что с ними творится? Хотя мухи мои тоже не очень-то. Поднимаем их наверх. А, нам еще надо забор же построить. Черт возьми. У нас забор не готов. Капец, куда мух этих класть? А, так вот. Хотя, в принципе, забор здесь готов. Написано, что нужно починить. Ну, а что чинить? Здесь он закрыт табуретами. А здесь столиком. Короче, надо сюда просто больше мебели натаскать. Хорошо, вот и холодос пригодится. Вот он наш красавчик. Красавчик. Полетели. Ты мне нужен, бро, холодо. Ты мне нужен, чтобы сделать здесь забор. Вот так вот ставим. Ну, в принципе... Че, он упал? Тихо, коров не задавить. И как мне это все тут реализовать? Нужна перестройка. Мухали-бухали. Давай-ка перестроимся еще. Это вот выкидываем. Холодос закидываем. Опа. Так вот. Как-то это все как-то, ну, не очень, да? Да. Короче, это трешняк полный, вот. Сделаю вот так. Пойдет. Да черт подери, ну какая муха там зацепила это кресло. О, смотри, какой Иван, какой разгожный братили. Давайте потащили его сюда. Как раз нормально встанет здесь, как заборчик, огонь будет. Вот, вот, отлично. Так, времени у нас полно, мы опять просираем. Мы опять обучение завалим, братюни. Тащить все скорей. Вот сюда поставим его, да? Нормально будет. Так, корову хватаем. Ой, какая она тяжеленная, молока бы кто дал. Так, где тут потерявшаяся корова? Я же, по-моему, могу их сразу вдвоем утащить, да? Сейчас попробуем это реализовать. Так, нет, вдвоем не получается. Короче, не получилось две коровы ухватить. Когда надо, мухи хватает все, что захочешь. Даже по три предмета бывает утаскивают, а так... Бомбардировочка, опа, плюс одна коровочка. Так, здесь мы немножечко заборчик подправим, а то корова сбегает. Красотка моя, где ты там потерялась? Пошли за мной. Полетели, хорошо, что за вами никто не схватил ее, не присосался из мух. Так, мухали-бухали, вкидываем. С разворота давай по-красивому, трехочковый. Опа, летим дальше. Еще две коровы, три. Мухаль-бухаль там, смотри, дрыхнет. Ах ты скотина, просыпайся, мы тут уже столько коров перевернули. Точнее, стащили. Хватаем корову. Да черт подери, корову берите. Что-то напоминает, это знаешь, что Angry Birds какой-то. Так, взяли, потащили, красава. По-моему, у нас забор там разрушился. Нет? Перелет! Перелет, черт возьми. Вот так вот, бомбардировка закончена. Последняя корова, по-моему, осталась. Надеюсь, что последняя. А нет, нет, еще две коровы. Две коровы. Еще мухаль-бухаль. Заберем. Так. И тут еще дрыхнет мухаль-бухаль. Да что ты будешь делать? Ты прикинь, я потратил на все это 9 минут. Еще муху нашел. Еще муху нашел. Сколько мух. Холодос оставьте на месте. И полетели. Быстро. Черт. Все, 10 коров. По красоте все сделали, можно сваливать. Любопытный факт. Пауки не насекомые, коровы тоже не насекомые. Спасибо. Хоть чему-то Академия это научила. Так, чешем дальше. Нам, кажется, сюда надо. Опачки. Че там? Здрасте. Че у нас? Какой класс следующий? Мне, пожалуйста, класс номер
Ты! Да, нам третий класс нужен. Отлично. Поехали! Доставка холодильников. Вы работаете курьером. Доставьте все холодильники и стиральные машины по квартирам. Черт! Там коров таскай, здесь курьером занимайся. Йоу-йоу-йоу! Мухаль-бухаль, давай! Быстренько собираем наших бухалей-друзей и полетели собирать... как их там? Холодосы! Холодосы? О, черт, дверь вышибли. Давай-давай-давай, мы должны какую-нибудь нормальную ценочку получить, хотя бы звездочку одну заработать. Подвальчик чист, здесь никого нету. Наверху сейчас посмотрим. Ага, вот тут вот бухаль спит. Так, вроде бы всех собрали. Вроде бы всех. Сейчас наверху еще посмотрим, где-то вот дрыхнет. Засранец. Здесь есть кто? Алло! Это что за помещение вообще? О, стенки разнеслись. Ага, здесь тоже дрыхнет. Скотобаза. Ну, мухи, конечно, мощные. Смотри, летят и хлобыщ. Вынесли полквартиры, стекло выбили, дверь выбили, все выбили. Так, где еще один мухоль-бухоль? Вот он дрыхнет на мусорке. Конечно, на мусорке, где ж еще? Как не тут. На трубе никого нет? Все, зашибись, можно доставлять холодосы. Так, здесь у нас, по-моему, склад. Склад холодильников. О, смотри, там дрыхнет он. Все, зашибись. Итак, начали, ребят. Начали доставочку. Вот, мы взяли и холодильник, и стиралку. Зашибись. Все-таки холодильник мы потеряли, но ничего страшного. Значит, доставляем стиралку в первый дом. Вот сюда, отлично. И раз, и два, и взяли, полетели. Так. Мы должны получить звездочку, должны. Прошибайте стены, ну чё вы как маленькие-то? Так вот по красоте все делаем. После нас, правда, надо будет ремонтников вызывать, но ничего. Разберутся как-нибудь. Так. Вот здесь стену надо пробить. Черт, как-то мы не через двери заходим, да? Совсем не так, как надо. Так, схватили стиралочку, зашибись. Ё-моё, как нас немножечко шатануло так. Эй, перелет. Теперь залет. Все, чешем дальше. Два холодильника осталось и одна стиралка. Она у нас вывалилась. Вывалилась с нашего склада. Ее доставляем, походу, сюда же, да? Где, куда? Ломаем стены! Черт, у нас затор! У нас здесь затор! Всю мебель выносим из дома. Пробили стену. Все, отлично. Не пробиться. Пойдем через верхний этаж, зайдем в окно. Зашибись, вот холодос, отлично. Забыть, нет! Нет, куда-то упал. Засранец, а. Где холодос? Я холодос потерял. Куда он упал? Холодос! Куда он потерялся-то? Черт возьми. Какого? Как это случилось? А, он в подвал упал. В подвал? Офигеть, вот это ты дно пробил, холодос. Бухали, давайте, поднимайте. И раз, и два, и три. Ну же. Черт подери. Не в это окно, нам выше надо. Выше, вот сюда. По-моему, тоже не сюда. Выходим, ребятки, выходим. Вот сюда нам надо, да. Ништяк. Все, последний холодос. Последний, быстро. Спринтуем. Так, где там этот холодильник? Вот он. И... Ну, две звездочки мы должны получить. Две звездочки в третьем классе мы должны получить. Мы все просрем, если не получим. Так. О, мухоль-бухоль, здорово. Халтурщик несчастный. Мы уже все сделали, а он... Так, холодильник главное не выронить отсюда. Последний холодос доставлен, все. Мы справились. Теперь валим в засасывающую трубу. Быстрее, где эта труба? Вот она. Отлично. Итак, любопытный факт. Пчелиная матка может жить до 5 лет и откладывать до 2500 яиц. Ну, как бы не совсем полезная информация, но учитывая, что мы в жучьей академии, то пойдет. Так, прям дальше. Четвертый класс, я уже почти старшак. А, пятый класс, какой четвертый класс? О чем я? Я уже старшеклассник, я в старшем классе, отлично. Так, что там нам нужно сделать? Замок. Разрушьте замок, бросая в него коровьих рыцарей. Помните, что коровы могут атаковать. Вау! Рыцарские бои, зашибись. Итак, мухоль-бухоль бдели. В рыцарских делах, я бы даже сказал, хватаем всех бухлей. И вот они, наши рыцари. Но
Такие себе рыцари, да? Значит, здесь у нас стенка, куда мы не можем проникнуть. Туда, видимо, могут пролететь только корова, да. Только корова. Значит, хватаем нашего рыцаря. Красавеллу вот этого вот. С палицей. Раскручиваем его. Лучше на скорости прям. И кидаем его. Давай, бей, корова, бей, дерись. Дерись, ты же рыцарь. Красава. Angry Birds в деле. Только вместо птиц летают коровы. Так. Вот этот красавец с мечом. Я думаю, он сможет там разнести по максимуму. Просто раскачиваем его. И раз, и два. Бухали в деле, погнали. О, совсем, совсем плохо. Ну хотя. Давай, давай, давай. Ну вдарь вот этот. Да. Фиговый рыцарь был. Ну я на самом деле фигово его кинул еще. Так. С топорами, берсерк. Вот этот мощный будет. Давай мы его с высока прям закинем. Так, разгончик. И вот так вот. Перелет, походу. Ой, перелет. Ну вот. Ну ладно, зато одну стенку снесли. Пойдем еще коров попросим. Дайте нам больше рыцарей. Минус 100 пи. То есть минус 100 очков. Ну ладно, хорошо. Раз корова, два, три. По три коровы нам дают. Замечательно. Так, раскачиваем коровушку. Давай мы ее, наверное, перед самым этим раскрутим. И... Ай, так не получается. Оп. Ой, низко. Низко. Раскручивать их — это тупая идея. Ладненько, просто разгончик. Опа! Ой-ой-ой-ой. Ну, блин. Царь, падай оттуда. Упадет, не упадет, как думаешь? Там, короче, коровий царь сидит наверху. И надо, чтобы он как-то упал. Ништяк, вот это в тему мы заехали. Нифига себе, мы разрушили достаточно. Еще два... Две части замка осталось. Ладно, потратим еще 100 очей. Опа, прям с лету хватаем и запускаем. Ну-ну-ну-ну-ну. Не докатилась корова, фигня получилась. Ну все, у нас галка висит слева. Это значит, что мы миссию выполнили. И две звезды получили. Зашибись. Можно отсюда валить. Зашибись. На двоечку пятый класс прошли. Любопытный факт. Чтобы поднять реальный холодильник, понадобится 8 миллионов мух. Ты прикинь, 8 миллионов мух, чтобы поднять холодос. Смотря какой холодос еще. Может быть двухкамерный, может быть с морозилочкой. А то и больше понадобится мух. В общем так, если тебе нравится эта игруха и ты хотел бы увидеть продолжение, то с тебя лайкосы. Побольше лайкосов, много лайкосов. Зови друзей, чтобы они тоже ставили лайкосы. Ну а я с тобой прощаюсь. Пока, увидимся в следующем видео.